заместитель начальника ГИБДД МВД России по городу Челябинску, подполковник полиции Жиляев Олег Александрович. В связи с тем, что в городе Челябинске в настоящее время отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств, сегодня в очередной раз сотрудниками ГИБДД совместно с заинтересованными службами проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Маршрутка». Цели данного мероприятия – это выявление, пресечение нарушений правил дорожного движения водителей маршрутных транспортных средств, а также профилактика дорожно-транспортных происшествий с их участием. Также особое внимание сегодня будет уделяться на нелегальных перевозчиков, которые без разрешения осуществляют перевозку пассажиров по маршрутам. Данные нелегальные перевозчики невозможно отследить, каким образом водители проходят медицинское свидетельствование, каким образом проходит техническое состояние данных транспортных средств. Поэтому сегодня сотрудниками ГИБДД будет выявляться нарушение именно этого направления. Что остановили? Зачем меня снимать? Больше никого в автобусе нет. Ну, я уже от инспектора ответил. Не, ну если не секрет, то я не настаиваю. Сказали за колесо, не знаю. А что с колесом? Ну, трещина на колесе. Разъяснил, не галочку пропустил.
далее. Ваше дело будет рассмотрено в городе Челябинске, на Вечеренко 99, это городской ГИБДД. Кабинет номер 9, 15.00, 28 декабря текущего года нужно будет находиться. Где галочка подписи? Далее, две с половиной строчки, вот здесь вы даете свое объяснение. А вы знали, что без тахографа-то едете, да?